Завтра в Воронеже день тигров. В честь него сотрудники парка решили устроить сюрприз для этих хищников и сделали своеобразный торт. На блюдо положили куски мяса, а сверху соусом написали слово «тигр» и нарисовали сердечко. Причем соус приготовили из взбитых перепелиных яиц и банана. Сначала полосатый питомец с осторожностью воспринял угощение и несколько минут обнюхивал подарок. Потом решился и утащил один кусочек. Судя по всему, тигру мясной торт понравился. Он вернулся, но прежде чем съесть еще мясо, поиграл с самим блюдом. Это блестящая вещь с вкусным запахом ему тоже понравилось. Но завтра в парке посетители сами смогут понаблюдать за таким же процессом кормления. Там подготовили развлекательную программу под названием «Тигриный карнавал», приуроченную к Международному дню амурского тигра и дальневосточного леопарда. Это краснокнижные животные. Гости в полосатых одеждах получат призы. Зрителей, участников ожидает множество викторин, игр. Опять же, призов очень много ожидает. И где-то около 2 часов мы большой тигрино-леопардовой стаи идем по аллеям парка до вольера амурских тигров, где состоится показательное кормление наших амурских тигров Бартека и Юноны мясным большим тортом с надписью «Тигр».